Всем огромный привет! С вами Ранж Кудер. Как обычно, сегодня проведем рыночный обзор рынка криптовалют. Значит, сейчас рынок был интересный, много было хороших идей. И посмотрите, что сейчас происходит у нас на битке. То есть мы сходили, сделали перехай этого максимума. Это было очень важно сделать вот этот перехай. И теперь нас ожидает сопротивление зона где-то 29-30 тысяч туда, скорее всего, будет стремиться. И видно, видно, что все время каждый откат выкупается. То есть рынок переходит в такую фазу роста, я бы сказал бы, небольшого, скажем так. И посмотрим, что будет дальше. Ну, для продолжения и для глобального уже таких целей нужно идти там выше 32, там туда открывается потенциал и на 40, 45 и так далее. Но сейчас уже мы отстоялись, все смотрится очень неплохо, поэтому можно продолжать на рост. Действительно, ну, конечно же, Стоит использовать стопы. Вот, например, видите, вот если тут стоит, можно пробовать взять стопом за 27-100, если вы хотите, например, тут заходить. Ну и дальше уже смотреть там по тайкам 3-4-5 к одному. Э -э -э так, по BNB. -шке. BNB -шке пока слабее рынка. Видно, что 221 выше этого уровня. Можно будет уже смотреть. Или где-то с откатов нужно брать, например. Ну вот сейчас в целом неплохо. 211. Ну есть стоп, если ставить, то 206, вот сюда вот. Или можно посмотреть от 206 и стоп уже сюда, там 203 э, и 7. Пока он слабее рынка, на самом то деле, много там в Binance разных сейчас проблем, поэтому такая вот ситуация. Но в целом, я думаю, что BNB также выкупят. Просто нужно, наверное, чуть времени. Ада отстоялась, импульснула и сейчас вот тестирует вот эту вот зону, смотрите. Вот, вот вот, эта вот зона, немножечко пробили, но ближайший уровень, возможно, будет выход обратно. Ну и можно также рассмотреть где-то от 0.25 с стопом сюда вот на продолжение, там с целью 0.26, 0.27. Дальше, DOT у нас также не сильно прям э, выглядит, да, постоянно вот его продают. Тут видно, что 4.2 уровень с истории, вот экстремальная точка, 4 там. 18, если по факту взять, видите, постоянно туда продают. Ну и нижняя граница 293 Вчера, как раз ударили, но сейчас брать, если можно после такого падения, но ну, нужно понимать, что стоп либо сюда тогда либо если сюда, то очень далеко. То есть, если покупать, но ну, стоп, надо сюда туда прятать. В целом выглядит неплохо. Думаю, что также могут выкупить. Вообще почти не ходил. Посмотрите, такой сильный инструмент. Полкодот. И просто убили прям ну такая консолидация. Понятно, что он когда-то выйдет. Ну, поэтому нужно еще дождаться. Важный момент. Дальше. EOS. EOS у нас под, постоял э, от 0.51. Э, откупили. Сейчас вот тестируется и 4 э, Ну, сейчас, если брать, то стоп сюда далековато. Нужно где-то откат хотя бы 0.55,5. Тогда можно брать целью 0.6. Эфир. Эфир также. Ну, а, Не, ну ходил он вначале, был хорошо сходил. Все задавили, прям такое моща такая произошла по эфиру. Очень, видите, такое сильное движение. Вот, от, кстати, от границы гэпа тоже можно было рассматривать. Потом движение вниз. И вот сейчас подошли. В целом, как бы неплохо. Только, видите, хвосты такие вниз идут. Очень внимательно. Где-то 1635, ну и тогда 1617 стоп. И можно сидеть, попробовать. Ну, выглядит также неплохо на продолжение движения вверх. Лайткоин задавили были после халвинга, просто убили нормальный инструмент, хотя видите, сколько недель он уже тут консолидируется, и выход вот за границей этого консолидата, выход там выше 70 или ниже 57, укажет направление, но я думаю сейчас вот так же локально, посмотрите, очень красиво, вот эта вот зона, зона 63 можно рассматривать со стопом где-то за 60, 62,3, Вот так вот со стопом можно рассмотреть. Очень достойно смотрится. Хотя по, не, по дневке, так себе, честно, так себе, хотя протестировал нижнюю границу, то есть ход от нижней границы, видите, сейчас 63 и 50, 69. Вот верхняя нижняя граница. Сталана выглядит сильнее рынка, и выглядит сильнее рынка. Постоянно видите, не продают ее, все продавали. Солана вот так как вынесли, так и стоит. Но выше там 26-27, там, вот там уже, я думаю, мы можем нормально пойти. Пока она собирается. Но это тоже хороший инструмент. Вот сейчас локально можно рассмотреть от 23 вход со стопом ниже 22 и 22,4. Думаю, на продолжение может пойти хорошо. Но уже немножечко тоже энергия прошла. Поэтому нужно быть внимательным. Но я думаю, мы должны достать там до 28. Монеро. Тут сильнее рынка, я точно знаю. Смотри, какая тут консолидация выше. 149. Можно реально смотреть его железобетонно на закрепление 149. Очень красиво подневки, очень красиво отстоялся и думаю, там будет продолжение на 169. То есть выше 149 лучше смотреть, ну или тогда 145 хотя бы на лонг. Ripple. Была новость там по нему, но я пока воздержусь от этих сделок, потому что выше 55-57 нужно, чтобы Ripple шел. Сейчас неплохо стоит, сейчас неплохо стоит. <связать> да, вот тут 0,5, да, и 0,54 и 4 вот было, да. Вот это вот два, две границы диапазона. Лучше брать или с нижней, или выше верхней границы. Видите, пока вот внутри диапазона я пока бы не лез бы. Хотя от 0.5 вообще неплохо тоже можно было заходить. Ну, по факту, как говорится, все красиво. Ну, посмотрим так. И еще тезас Тезос у нас слабее рынка. Видно, что не идет выше 0.69. Постоянно там тестирование какое-то было. Вот 0.69 0.69 да, 0.07 0.69 0.7 вот получается. И вот постоянно оттуда продают. Сейчас вот протестировали 0.64 0.64 был, 0.65 был почти тест, и обратно откачили, но сейчас внутри диапазона, ребят, либо жать сюда, либо жать уже выше 0.71, 0.75. Вот такой вот у нас получился обзор. Но в целом, как бы говорю еще раз, еще у нас по статистике октябрь очень положительный месяц по истории, можете сами это увидеть на истории. Сентябрь был один из самых плохих, но по истории, видите, мы же его закрыли, Сейчас у нас открылся октябрь, поэтому есть шансы, что цены уйдут дальше наверх. И мы видим, что биток постоянно, ну, постоянно выкупает. То есть, видите, падение выкуп, падение выкуп. И, думаю, также падение выкуп должен быть на перехай. Вот это мы уже про прошибли первый раз. Сейчас нужно еще раз пройти. Э -э немного было ликвидации, думаю, еще пойдет. То есть там ликвидация была всего там, на 120 миллионов. Я думаю, что еще выше стоят, наверное, выше 29. Туда, наверное, дойти. 29, может быть, 30 даже за 30. Вот туда, может быть, шартистов будут выносить. Там, смотрите, по недельке. Очень красиво. Тут 25 тысяч раз тест. Потом два стояли. Раз, два, три, четыре, пять недель стояли. Шесть, даже семь. Недельный уровень. Тут очень сильно энергию набрали. Я думаю, может, ну, с уверенностью, может пойти дальше там на 48. Может быть и такое. Ну, все увидим. Поэтому, ребятки, кто хочет... Также торговать можете открывать счета в компании Марс по ссылке ниже. Наши партнеры, поэтому могу рекомендовать с уверенностью. И тут много очень инструментов, и крипта, и фьючерсы, и американские акции, поэтому всех ждем на рынке обязательно. Ну и не забывайте о рисках. Всем удачного дня и до новых встреч. Всем пока.